Мы вместе, говорят тем, кто сидит дома. Всероссийская акция помощи организована специально для людей старшего возраста 65+. А сидеть дома сейчас – это важно. Каждый пенсионер получит адресную помощь, говорят волонтеры штаба при Общероссийском народном фронте. Ведь именно сюда стекаются звонки от жителей Орловской области. Допустим, берем бабушке курей, берем там гречку, берем манку, берем пшено. Себе берем там колбаски, грудиночку, чайку, лимончику и все. И сразу едем домой. На неделю набираем, чтобы там не за все это не позавяло, не пропало. Примут призыв о помощи от одиноких или пожилых старше 65. Им совершенно бесплатно привезут продукты или товары первой необходимости, купят лекарства, если потребуется. Те не забывают благодарить в ответ. Низко вам клоню. Низко вам клоню. За минувший месяц больше 100 вызовов выполнили волонтеры. К акции «Мы вместе» присоединились ряд общественных организаций. Это и волонтеры-медики, это и ассоциация волонтеров, это и ресурсный центр добровольчества, это и Российское военно-историческое общество. И мы вот с нашими, скажем так, партнерами выезжаем в населенные пункты Орловской области, выезжаем на регулярной основе, сначала собираем списки, выясняем, кому нужна необходимость помощи, люди дозваниваются. Иногда, вот как мы здесь, вот в сегодняшней деревне, где находимся целыми списками, целой деревни, вот мы приехали. Отдельное внимание, конечно же, ветеранам Великой Отечественной войны. Мы сегодня вот проехали по тем людям, прежде всего, и делали даже свои наборы, лицам, которые были, согласно указу президента, приравнены к участникам Великой Отечественной войны. Это малолетние узники, ветераны труда, вдовы участников Великой Отечественной войны. 8 800 234 11. Тот самый телефон горячей линии, на который можно и нужно позвонить. Виктория Юркова, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной».